много лет подряд ранней весной приезжает Константин Николаевич Волков на Новгородчину, в деревню Илимна, что на реке Шелонь. Ленинградец, бывший пожарный, ныне пенсионер. Мы хотим рассказать о его интересном и добром увлечении. Как-то лет 10 назад Константин Николаевич обратил внимание на то, что аисты, которые раньше часто пролетали над деревней, пытаются сесть на верхушки высоких, одиноко стоящих деревьев. Однако сделать это такой крупной птице оказалось совсем непросто. И тогда Константин Николаевич решил аистам помочь. Выбрал он несколько тополей повыше, забрался на самый верх, вот где пригодилась ему старая профессия, спилил верхушки и соорудил удобные прочные гнездовья. Аисты не заставили себя долго ждать. Прилетели, поселились на новых квартирах, вывели потомство. И так понравились птицам здешние места, понравились их уютные жилища, что вскоре Константину Николаевичу пришлось строить новые гнездовья. В этом году у Волкова гостили уже 16 птичьих семейств. Теперь он кольцует птенцов, ведет записи, следит за миграцией аистов. Аистов относят к разряду редких птиц. Они занесены в Красную книгу. И поэтому то, чем занимается сегодня Константин Николаевич, это уже не просто увлечение,